На Чкаловском озере этим летом начались работы по благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. К октябрю следующего года здесь появится благоустроенная современная зона для отдыха горожан. На месте притяжения вокруг озера обустроят прогулочную набережную, выделят велосипедную дорожку, в зоне рекреации появятся детские спортивные площадки и место для тихого семейного отдыха. А сейчас, пока идут подготовительные работы, в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» подрядчик приступил к работе по очистке зеркала Чкаловского озера. Водную гладь очищают от кустарника, камыша и другой растительности. Немало и мусора на берегах озера. Все собранное подрядчик обязуется вывести сразу по окончанию работы.